Так вот уже баню топим, чтобы воду нагреть, потому что нам надо сейчас уток кормить. А уток кормить в такой мороз надо. Нам вода, чтобы горячая была. Вот он, вот этим кормом мы и кормим уток. Мешаем, конечно. Вот такое вот зерно. Не зерно, как сказать, вот такое. Гранул. Мешаем вот с вот таким вот рассыпучим комбикормом. Так, вот уже горячий корм выложили. Сейчас будем выпускать бандитов. Ну, взлетай. О. Бандиты напали. Сейчас надо горячей воды им принести. А там что у нас? И тише, тише, тише. Лампочку сломаешь, что? Лампочки постоянно покупать вообще. Эх, ничего себе, вот это он пролетел. Да, на улице морозик хороший. Хорошо, хоть ветра нету. А то с ветром было бы. Здорово, дядь Сань! Одной рукой как-то неудобно, да? Но... Ставню держать, крючок одеть и телефон держать, да? Угу. Где-то градусов 15 есть точно. О, там что, кто-то... А, блин, руки мерзнут как, а? А, это коровам рубит, да? Вон там, смотри, рыбаки сидят. Прямо на середине речки. Ловит. Ну ты что, Цезарь, прям в эфире, да? Пометить надо было кустик. Ага. Да, что-то ловит-то. Там он коров кто-то плывет. Судак, по-моему. Или окунь. Ладно. Сегодня у нас не до этого. Сегодня у нас дел много. Погода, конечно, хорошая, чтобы порыбачить сходить, но посмотрим. Так, нам надо до магазина. Блин, а народу-то сколько? Блин, чуть не навернулся. А народу-то сколько? Что-то увеличилось. Я по валу пойду, да? Ну. А? Что ловит? Ну вот стоит. Вот. Вон там он сидят. Что-то же ловят же. А? А? Видать, окунь идет, что ли, чего-то идет. Интересно. А? Или судак идет, что ли? Обычно, когда... Вот в это время, вот в том месте где-то, судак хорошо идет. Не знаю, что-то ходит.
Эх, один он на санках. Раз, два, раз, два. Видать, не видать. А, вот. Поймал. На санках. А я знаю, может, после обеда и схожу. Хотя, как обычно бывает. Иной раз до обеда есть, но после обеда нет. А иной раз наоборот. Не знаю, посмотрим. Может быть, и схожу после обеда. Посмотрим по времени, как у меня время будет. Будет у меня время свободное, нет? Если время будет свободно, то схожу. Че, это у нас сельский совет, да? Трактор. Такая хорошая стоит. Забрать бы, а? Выкупить бы ее. Так, там что у нас? Только не надо говорить, что он закрытый, а? Нет, вроде бы открыты. Открыты. Или закрыты? Нет, закрыты. Вот блин, а? Закрыто. И что делать? Что делать, что делать, что делать? Муравью приделал, да? Но. А нет, открыто. Оружан у нас открытый. Да? Но. Магазин Оружан. Да, вот это я прошелся про это магазин и обратно. Деньги-то дома забыл. Список что взять? Взял. А деньги все дома забыл. Сейчас опять иду. Сейчас теперь уже не так пойду, а вот так вот пойду. Через этот парк. И опять туда же, туда же. Так. А, вот так вот на двойке сделаем. Ракурс. Вороны сидят. Ко мне, например, люди некоторые говорят, ты когда снимаешь, ты людей тоже, говорит, снимай, а местных людей снимай, как рыбалка проходит. Я-то, конечно, не против снимать, но просто не все хотят попадать в кадр. Не все, к сожалению. Не знаю, такое ощущение, как будто тут увидели камеру и все, боятся. Хотя, с другой стороны, вот чего бояться-то? Ну, ведь ничего страшного-то нету.
сигнального нету. Памятники Мазурову и Кудряшову. Телефонной линии не копать. Ай-яй-яй-яй. Блин, а мороз. И солнце день чудесный. Ну что же ты дремлешь, друг прелестный? Проснись, красавица, проснись. Открой глаза какому-то там взору, какой-то там авроре и так далее, и так далее. Пушкин, по-моему, если не ошибаюсь. Ай-яй-яй, руки как мерзнут. Реально, ай-яй-яй. Да, камеру надо хорошую. А телефон тоже фокус. Настройки очень сильно меняются. О, кто-то уже на саночках домой идет. А? Да-да. Дядя Федя или Кукуваня? Да, Юра, смотри, под холодильник, блядь. Ёб ваш чупость, где тряпка? О, да, точно, или Кукуваня, или дядя Федя. Это сейчас на салат. Вот холодильник льется. Будет литься, ничего страшного. Почему так делаешь? Надо. Тебе не надо? Мне надо. Маринованные окорочка. Будет запекаться. Не переживай, тебя нет в эфире. Чего переживаешь? Кроме рук твоих ничего нет. Прям боится. Не люблю я вот эту херню твою. Какая-то сторона горит же, да? Ничего страшного, перевернем. Не помещается? Один кусочек. Thank you.
Все? Так, что, ставить, говорит начальник. Ну, раз начальник говорит ставить, значит, идем ставить. Здесь стирка у нас идет. Что, я ставлю? Там как ты прибавил? Средняя? Тут средняя у меня. Да, у нас одного бок немножко подгорает. Ну ничего, потом повернем. Нет. Так. Мы идем за водой. На речку. О, там тоже люди таскают воду вовсю. О, не я один таскаю воду. И люди таскают воду тоже. Видать, у всех позамерзало. Да, сегодняшнее видео, видать, будет длинным. Потому что я решил с самого утра снять до самого вечера. Вот. Сегодня тоже дел. Столько много, считай, с утра. Что, с утра в магазин пока сбегал. Два раза. Причем, потому что один раз, можно так сказать, лоханулся и деньги дома оставил. Ну, ладно, сбегал. Потом там стирка, жене помогал со стиркой. Пока она там посуду мыла, обед готовит. Ну а сейчас вот иду воды таскать, надо все три бака дома налить водой. Еще баня пока у меня горит, на фитиле стоит. Баню надо залить водой. Вот, вот у нас прорубь готова. Да, есть прорубь. Ну и будем, соответственно, таскать. Сегодня такая погода прям замечательная. Говорят, там вот окуня клюют, причем очень даже хорошие окуня клюют, крупненькие. Ну не знаю, время будет, то схожу, если времени не будет, то маловероятно, что я куда-то пойду. Я уже наверное, раз 6 сходил. Блин, руки скоро как у макаки будут. Все мокрое. Трико мокрое. Здесь все мокрое. Вот. Еще надо один рейс сейчас еще домой. И у нас осталось в бане котел натаскать и в бак один рейс. Ну и все. И на это. Ну, короче говоря, 4-5 рейсов еще надо будет сходить. Находим вот на эту речку, на реку Кигач, которая граничит с Россией. Вот. Не, в этом году надо что-то делать с водопроводом. Потом или скважину делать, или водопровод где-то как-то протягивать. Потому что так дальше дело не пойдет. Каждая зима все замерзает. Все, воды нету, одни проблемы. И всю зиму вот так вот с ведрами. Ну куда это нам? Так дело не пойдет нам. Надо какой-то вариант искать. Вот. А дети катаются, резвятся, играют. Она вон туда тащить. Ну ничего, прорвемся, не первый раз. Наконец-то закончил с водовозкой. Сейчас теперь все, время обеда. А обед у нас уже 16:00. Да. Какая красота! Только чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Да. И это ты точно подметил.
Сидит на полу и гипнотизирует. Рыжий. Когда же окорочка, голяшка запеченная упадет ему? А. Так и смотрит, так и смотрит. А та что, убежала, что ли? Она же была под столом. Сейчас я рыжику дам, ты обидишься. Потому что нет, я сказал. Ну, рыжик, скажи спасибо, вон хозяйке, не мне. Кошли, кошли. Это тебе не Белла, это Белла бы сейчас. Все. Гипноз сработал, да? Че, пришла что? Ищи Беллу. Сейчас ты не Белла. Нету? Нету. Ну. А у нее, наверное, этот началась как ее. Да, гулка. Она одноразками пользуется. Она подмывается часто.